Всем привет, ребят. Ну что, у нас сегодня опять Castle Clash New Dawn, вторая часть. Сегодня мы с вами будем пробовать сделать расту. Сейчас я зайду под своим аккаунтом. Сделать расстановочку на волны. Ну и, соответственно, зафармить что-то и добить силушку уже. Сейчас посмотрим, что там у нас по ресурсам. Вчера болела я. А еще и пооткрываем топовые плюшечки, которые за донат дают. Так, отлично. Качаемся. Силушка, как видите, у меня по чуть-чуть растет. Такс. Такс. Давайте. Видите, немножко неудобно. Отдалять игру. Ладно, поехали. У нас есть мои плюхи, которые есть. Давайте откроем. Плюшки. Странно. А ну-ка зайдем. Она же у меня уже вроде открыта. Да, Рен открыта. Странно. Так, лаву мы пока качать не будем. Нам надо шапочку улучшить. Это просто жесткая имба. Уже 8-го. Вот мой Тор уже 145 тысяч дает. Тут, конечно, с каждого героя, наверное, 1200, если не больше, можно получить. Такс. Поехали. Так, у нас еще и желание есть. Вот. Гифты ежедневные, которые нам дают. Ну, видите, с них по стандарту дают 100 плюс ключик. Ключик желаний. Такс. Там у нас по мировой карте делается. Восемьдесят один. А максимальная 160. Ну вот видите, вот таким вот образом я бегаю, захватываю новые территории. У меня 14-18, то есть тут в зависимости от того, сколько у вас человек гильдии, вы расстраиваетесь, дальше захватываете территории. Можете точно так же захватывать. А там нету команды. Вот, отбил. Атакую опять. Можете захватывать новые территории. Кстати, опыт неплохо дают. Надо нам еще как раз три части захватить. Вот
можно собирать отсюда золото. Мои ребята бегают. Видите, ну то есть кооперативная игруха реально смотрится очень прикольно. Сейчас я уже позахватываю. Терпение, друзья. Какой-то клан возле нас. О, нифига себе, 10 уровни там какие-то. Ну, неплохо за них дали, кстати. То есть таким вот образом надо фармить. Осколки и все остальное. Вот 18-18 это максимум, который у меня доступен на сегодня. Так, окей. С этим разобрались. Поехали посмотрим, что там у меня по желаниям. 6 честов открыть. Ну, то есть, видите, вишевские эти сундуки 28к, отлично. Можно получать и 27. И отсюда вытащить героя. То есть не есть проблема для бездоната получить героя в игре. То есть многие ребята там донатные герои пополучали уже. Что-то какая-то награда интересная. IGG.com перекидывает. Ничего интересного в этом плане нет. Так, возвращаемся обратно. Так, давайте докупим сундучковый. Сейчас посмотрим, что у нас выпадет. Ну, 10. Видите, 10 выпало на этого. И поехали заново. Так, 29к. Ну, выгоднее брать на рынке улучшения, кто донатит, там продают по 500к. Так, 5. 31. Пока это единственный способ с того, что я нашел, как здесь выбить героя. Только отсюда. Ну, я имею в виду без там фарма, без ничего. То есть это ролик такой в игре, открытие вот этих вот сундуков. Не знаю, правда, или тут все герои есть. Это не все, но... Ну... Дупликейт. Вот так вот. Давайте еще десятку. Вот это тоже скроллы вот эти для пассивок. Их дофигища надо. Золото мана, конечно, не особо впечатляет. Вот самый лучший вариант это вот улучшение скилла. Либо улучшение левела экспишка. Ну, хотя, в принципе, если фармить, то можно и так экспишку. Так, это мы получили.
Эти не особо тут герои падают. Ну, донатная шапка, она просто нереальная по сравнению со всеми остальными, с тем же самым Минотавром. Вот так вот, ребятушки. Ничего толком и не выбили. Поехали. Я надеялся. Вот, можно Тора уже до 90-го улучшить, ребят. Вот так вот. То есть уже даже не 80-й, уже 90-й. Эти, чтобы мне надо сделать второй дивайн. То есть надо дособирать будет эти осколки. Rose Rock. И будем дальше качать. Так, а теперь давайте перейдем на нашу шапку. Можем ей поднять левел. 20-й. И вот у нее тоже открылось. Ну давайте попробуем, откроем у нее новый скин. Это типа как эволюция. Вот так вот выглядеть уже. Блин, прикольно. Знаю, мне нравится в плане улучшений, конечно. Надо опять эти камешки копить. Эти надо вторую сделать будет. Ну, сделаем, надо будет камни копить. Позадрачивать, покопить. Так, буду шапку качать. Шапка на сегодня просто нереально крутая. Такс. Что тут у меня у Скади? У Скади мы можем сделать одно улучшение. Лавел пока качать не будем. Так, здесь. Ну, надо подземочки будет, значит, проходить. Надо постепенно всех прокачивать. Ну, в первую очередь я бы советовал скиллы качать. А вот эти скроллы оставлять, ну, для имба-героев. Так, кто тут у меня еще есть? Тут мы ничего качать не можем. Тут мы уже были. Надо будет сесть попереводить пассивки полностью все по героям. Подгонять героев хоть немножко, но их надо качать постепенно. Так, Фрейя у нас 16-я, Фрейя у нас ничего нету. Эту я таки не использовал, кстати, этого героя. Надо будет побегать, поюзать, посмотреть, как она вообще в деле. Так, Артемис. Тоже, видите, можно улучшить. Я не знаю, 500к не успею, наверное, апнуть. Так, Фрейя, что у нас по Рен? По Рен у нас вообще ничего нету. Итак, это герой, которого я собрал с арены. Купил, точнее. Вот так вот. 13-21 у нас по героям. Вот плюшечки за прохождение. Такс. 449. Вот видите, гильдейская помощь очень обалденная тема, поэтому обязательно вступайте в гильдию. Вот, кстати, гильдейский квест.
Total Donations нам открыли. Так, а ну давайте посмотрим, что можно вносить в гильдию. А, вот. В гильдию вносите обалденная тема. Вносите и получаете такие вот плюхи. То есть вносите ресурсы, которые вы накупили, и они на прокачку идут. А здесь, ну то есть вы можете сделать это образно за день и прокачать уровень своей гильдии. Это базовая и есть донат. В принципе, неплохо. Я не знаю, или это все вместе качают, но, соответственно, вы получаете бонусные монетки. Это за то, что вы зафармите там на тех локациях, которые я показал вам только что в начале, то есть на глобале, на мировой карте. Отлично. А теперь за донат. Тут вы получаете, как видите, намного больше. Ну и так вот вы превращаете, по сути, самоцветы. Мне интересно, что это за фиолетовые стрелочки. Таким образом гильдия прокачивается намного быстрее. И сейчас посмотрим, что там у нас улучшится. Не сделали бы типа одним махом. Сколько надо щелкать? Так, отлично. Смотрим, что у нас получилось. Получили второй сундук. С него падает. Ну, еще дополнительно. То есть такой своего рода обмен ресурсов. Хорошо. Вот, 21 человек у нас уже, ребят. То есть благодаря этому уже 21 человек. Битвы пока нет, квест. Так, давайте посмотрим сюда, что теперь я могу купить. Теперь я могу собрать, в принципе, за донат маэстро этого и прокачать его. Видите, можно скин его купить по 5 штук. Скроллы, кстати, по 600. VIP докупать. В общем, очень много интересного. Энергия. Так, это что такое? Вот видите, можно переносить. Ну, я уже это показывал. Плюс 10к опыта. В общем, очень классная тема для превращения ресурсов. Давайте сделаем. Или потом откроем. Завтра его откроем. Все равно качать тогда некогда. Так. Вот так вот силушка гильдии растет. Количество, видите, растет. То есть взносы надо делать. Поехали. Побежим. Посмотрим на топовые результаты. Что там по результатам. На 449. Это у нас что? Это ранг у нас.
по рейдам, по волны. Такой это я так и не понял, Lord Conquest Ranks. Я так и не понял, каким образом оно дается. Сила гильдии. И, судя по всему, арена. Такс. Вот так вот, то есть по гильдии очень-очень много интересного, скажем так, по улучшению. Мне это нравится. То есть больше возможностей, чем в Castle Clash самой. Так, ну что, попробуем. Так, а что там? А, это здесь же такие настройки. Попробуем жахнуть новую волну. 28-ю. Посмотрим, сможем, не сможем мы ее пройти. Да, жестко-жестко они Минотавра, конечно, шатают. Блин, у меня авто стоит. Ай-яй-яй-яй-яй. Сейчас нашего Минотавра, наверное, сольют, скорее всего. Да, видите. Шатают здесь посерьезней. Хотя, в принципе, думаю, мы и без него справимся. Вообще отлично. Мне что-то Минотавр, не знаю, не особо заходит. Наверное, больше для подземок. Потому что другие герои тот же самый. Блин, авто так и не забрал. Так, теперь босса у нас заряда вообще нет. В принципе, нам он не особо нужен. У нас жахнет часто шапка всех-то и все. И на этом все закончится. Так, отлично. Бог сработал. Блин, жесткая. Вообще нереально жесткая эта шапка. То есть можно свободно проходить волны. Без запары какой-то. Поехали, 29-ю попробуем. Попробуем жахнуть сразу же. Блин, видите, немножко не там бьет все-таки. Маловато, 1800 под хило, и нам этого маловато пока. Да, не достает, надо менять. Немножко ближе ставить, либо менять все-таки эту скади. Это она мне не особо заходит на волнах. Блин, а шапка, конечно, вообще нереальная.
Ждем босса. Как видите, все намного проще. Просто жесть. Она вырубает с одной тычки нафиг этих боссов. Обалдеть. Поехали на следующую, попробуем ее фармануть. До 30-й дойдем сейчас. Как-то по-разному так волны идут. Там сливают этого Минотавра практически в ноль. Тут как-то более, ну, непонятно. Вообще снесли Минотавра, даже не успел ничего сделать. Но шапка, видите, она зонально бьет, ей пофиг, она бьет цели, вот это ее плюс. Ну и Минотавр, в принципе, тоже классно, Погрома рядом возле себя, только в одном направлении. Посмотрите, как шапка. Очень круто. 30-я волна просто изи идет. Так, я надеюсь, у нас успеет шапка зарядиться. Да, вроде успела. На ура. Вот так вот, ребятушки, фармим по чуть-чуть. 30-я пройдена, следующая 31-я. Забираем награды, отлично. Отличненько. Такс, окей, с этим мы разобрались. Поехали. Немножко улучшим героя. Кого мы там ПВ, по-моему, ее получили. $452к. Не апнул я, к сожалению, 500, но то такое. Все, пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков. Всем удачи, всем пока.